привет! У нас сегодня будет с вами необычный ролик. Он будет посвящен массажу гуаша для век, для того, чтобы освежать область глаз. И если вдруг, не дай бог, вы когда-нибудь столкнетесь с такой проблемой, как и я, и вам нужно будет срочно и очень быстро убрать отечность, такую одутловатость вокруг глаз, которая всегда придает какой-то нездоровый вид, то пользуйтесь на здоровье, потому что лучше этого метода я не нашла. Как выглядит скребок гуаша? Давайте начнем с этого. Они есть разных форм и размеров. Их объединяет каменный состав. То есть они сами по себе прохладные. У меня конкретно, по-моему, кварцевые есть, нефритовые. И все они работают по одному принципу. Поэтому вы можете выбирать тот, который удобен конкретно вам. Еще одно важное правило. Вы должны держать скребок под углом 20 градусов к коже. Соответственно, мы не держим его вот так, это опасно. Мы не держим его вот так, под 45 градусов. Мы практически гладим себя и работаем на кожу, не надавливаем. Практически любой процесс ухода за лицом, любого массажа, на мой уже скромный взгляд и на мой опыт, должен начинаться именно с проработки шеи, потому что начинает работать лимфа, кровоток ближе, во-первых, и к мозгам, что очень круто, поэтому делайте гуаша по утрам. Кровь приливает, реально есть ощущение бодрости, эмоций, но мы сегодня будем говорить конкретно про область вокруг глаз, и здесь очень важно, насколько сильно работает вот такая маленькая штучка. Не знаю как, может быть, если вы будете работать пальцами, будет то же самое, так что пробуйте. Также я использовала масло, его нужно использовать обязательно для того, чтобы скребок скользила. Вы можете использовать любой удобный для вас продукт, то есть есть какие-то сыворотки на масляной основе и какие-то кремы тоже массажные, поэтому здесь любой продукт, который вам подходит. И еще один момент, не забывайте дезинфицировать вот эти скребки, потому что многие этим пренебрегают, их тоже нужно споласкивать. Смыли остатки былой роскоши, остатки прошлых масел, загрязнений со скребка, я его протерла, и использую я масло, которое называется 320 мегагерц, это из молекулы, из увлажняющей серии. Концепция этого масла, то, что там нету ничего, кроме масла, то есть ни воды, никаких разбавителей для того, чтобы оно как можно дольше служило и не выдавало никаких реакций. Вы можете, как я сказала, использовать любое. Я очень люблю несколько масел Сайхерба и наносим, можно вот такими притаптывающими движениями на области лба тоже. И смотрим, фиксируем. Сейчас пойду сделаю пару фотографий до, как я выгляжу, и пару фотографий после, для того, чтобы прямо четко зафиксировать все, как оно есть. Итак, для того, чтобы работать с областью вокруг глаз этим скребком, нам нужно обязательно помнить, что зона очень-очень деликатная, и самое важное, ее не растянуть. Поэтому мы всегда пальчиком одним придерживаем, а вторым работаем. И практически все техники, которые правильные, я бы так сказала, они все гласят о том, что в конце мы фиксируем скребок и делаем такие немножко слегка надавливающие движения. Кто делает по 3 раза, кто по 7, мы делаем вот следующим образом. Мы слегка, давайте прогоним все-таки, если кто-то не смотрел мой прошлый ролик, лимфу. Там было куча вопросов внизу. Алина, нельзя вниз, там по шее, там наверх по шее, у всех свое мнение, потому что все преподаватели учат по-разному. На самом деле считается так. Вниз это считается дренажное, то есть у нас отток работает. А если нам нужно лифтингового эффекта добиться и подтянуть как бы кожу на лице, то вводит вниз. Здесь очень важно нащупать именно мышцу, по которой мы работаем. Для этого вот так вот все выгибают как раз шею и давят конкретно на нее. Так, и вот теперь мы переходим к самому основному, к области глаз. Я уже вижу легкую, мне кажется, подтяжку. Я надеюсь, что вы тоже. Первое, что мы делаем, мы прикладываем пальчик к носу, для того, чтобы опять-таки не растягивать кожу. Держим скребок под углом 20 градусов. И ведем наверх вот такими приподнимающими движениями. Я бы уводила чуть дальше. И в конце мы делаем легкое нажатие. Делаем так около 10 раз. У меня кожа реактивная, мы не давим. То есть я просто от того, что просто провожу, у меня уже краснеет. Здесь очень важно, что мы работаем не по мягкой ткани, а именно по надкоснице.
Мое любимое упражнение для того, чтобы приподнять взгляд, это с помощью скребка приподнять вот эту область практически буквально. Еще раз, я не надавливаю никуда. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И делаем то же самое, но уже чуть-чуть захватывая бровь. Опять же, не мягкую ткань, а только там, где косточка. 7, 8, 9, 10. И то же самое делаем здесь и ведем четко наверх. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Теперь очень важный фрагмент, который мне спасал жизнь во время самой бурной отечности. Но я делала его с помощью пальцев. Вы можете либо взять 2 скребка гуаша, либо пальчики, либо делать все то же самое одним скребком. Смысл в том, что мы прям вот слегка так лучше придерживать, да, чтобы не было складочек. Пропиливаем эту зону. Это очень круто работает, как это работало у меня в оригинале. Я брала вот так вот 2 пальчика, зажимала немного кожи на висках. Во-первых, у меня сразу приподнимался уголок глаза. Во-вторых, у меня было ощущение какой-то ясности мысли, и я даже сейчас чувствую. То есть, мне кажется, в моем случае это лучше всего запускает вот пробуждение. Мы, соответственно, придерживаем вот здесь кожу. И вот так вот джинг-джинг. Раз, два, три. 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 Так, здесь готово. И последние 2 упражнения, которые очень круто помогают справляться с отечностью, гусиными лапками, синяками, одутловатостью какой-то, все, что связано с областью глаз. Мы берем скребок не выпуклой частью, здесь не полукруглый, а наоборот немного вогнутый. И делаем вот таким образом. Мы пытаемся надавить на кончик брови. И делаем такие легкие пошатывающие движения для того, чтобы активировать, так скажем, точки. Как говорят в китайском массаже, здесь одни из самых важных точек находятся. Вот здесь 2 парные, ну и, соответственно, вот тут. 6, 7, 8, 9, 10. Вот таких. Я лично 100% вижу разницу. Сейчас я сделаю для вас промежуточную фотографию, что работало. И вы сами, пожалуйста, напишите, есть ли результат. Во-первых, у нас немножко по-разному работает система организма, поэтому где-то может с какой-то стороны еще больше отечности уйти. И плюс это будет происходить на протяжении какого-то времени, так как вы промассировали эти зоны, намного лучше все заработало, и лимфа будет лучше протекать, соответственно, вы будете с каждым часом выглядеть все лучше и лучше. Рекомендую делать такие упражнения практически каждый день, можно с какими-то перерывами, это вам не навредит. Главное, помните золотые правила: не держим скребок таким образом, держим его вот так, и себя практически гладим, а не надавливаем. Особенно, что касается области шеи, потому что здесь проходит щитовидка. В данном же случае, на боковых вот сторонах шеи, как я читала во всех источниках более значимых, можно двигаться и в ту, и в другую сторону. Вот такой у нас получается результат. Я очень-очень надеюсь, что вам его видно, что я вас вдохновлю на вот такую концепцию Slow Beauty, которая сейчас набирает оборот. Да, для того, чтобы следить максимально четко, аккуратно и бережно за своим здоровьем и за красотой подручными мягкими способами. Для меня это сейчас единственное спасение, потому что я просыпаюсь с такими отеками и с такими последствиями от этой аллергии, которая никак не проходит, что мне для того, чтобы выглядеть более или менее нормально и выйти на улицу не совсем заплывшей, нужно было хоть что-то, хоть какое-то спасение. И так как особо мазать я ничего не могу, на масла у меня всегда была хорошая реакция,
я использую именно этот метод. Желаю вам приятного просмотра. Кстати, за эти дни, сколько я снимаю отек, это 2,5 недели, я увидела, как заметно сильно уменьшились мои гусиные лапки. Вы наверняка тоже замечаете сторис, поэтому подписывайтесь на меня тоже в Инстаграме, следите за мной. Всем хорошего настроения. С вами была Алина Флайпаут. Пока-пока.